Зачастую не каждый из вас понимает, в чем глобальная разница между велосипедами до 30 тысяч и велосипедами выше 80 тысяч. В этом ролике я объясню вам глобальную разницу. Поехали! Первое отличие – это амортизационная вилка. В более дешевых моделях она обычная пружинная, а в дорогих моделях – воздушно-масляная. Вы только посмотрите, как легко она справляется с моим весом. А это, между прочим, комфорт. Второе – это тормоза. В более бюджетных велосипедах мы имеем колодки, а в дорогих версиях мы имеем дисковый тормоз с гидравликой, которую в свое время необходимо прокачивать. Зато результат торможения вы почувствуете сразу. Третье – это длина руля. На более дорогих моделях устанавливают длинный руль, а на бюджетных – маленький. Результат вы почувствуете в движении, ведь длинным рулем удобнее контролировать поездку. Четвертое – это вес. Более дорогие модели – легкие, а более бюджетные – тяжелые. Ну и пятое – это покрышки. У более дорогих моделей они широкие и мягкие, что позволяет спокойно ездить по пересеченной местности.